Две тонны кокаина в упаковках с логотипом «Единая Россия» изъяли в Бельгии. Такой груз прибыл в порт Гент из Бразилии. Наркотик был расфасован в 1900 пачек, на каждое медведь и триколор. Весь этот товар стоимостью около 100 миллионов евро полиция уничтожила. Логотип не узнали, решили, что это тип наркотиков или бренд производителя. В пресс-службе «Единой России» отреагировали на этот скандал и заявили, что наркобароны таким образом маскировали контрабанду. Thank you.